Здорово, это Денис Мопедист, бывший канал Спижина. Решил переименовать его. Короче, тут я немножко на днях затюнил свою альфу. Поставил, короче, светоотражающие ленточки. Заебенил аварийки. Сейчас. Блять, где ключ-то, сука? Блять, ключ забыл. Вот, короче, смотрите, заебенил аварийки. Только, сука, что-то они мигают. Что-то там релюшки, пиздец, походу. Здесь тоже ленточки горели, сейчас что-то, походу, перегорели. Хуй с ними. Дальше что? Прямоток заебенил. Сука, не видно, да? Короче, там дырка. Сейчас звук. Звук. Сука ебаная. Слыхали, нахуй? Так, что еще-то? А, приборку вырвал нахуй. Она здесь не нужна. Так пиздата. Ну и что здесь? А, ёпта. Ксенон поставил. Подсветку заебенил под руль. Ксенон. Ну и в принципе, наверное, все. Ладно, давайте, короче, подписывайтесь там. Ставьте лайки. Комментируйте. Все, давай.